А Сестрорецкий парк готовится к открытию зимнего сезона, который традиционно начнется 1 декабря и потихоньку уходит на консервацию. До весны закрывается скейт-парк. Он был построен в октябре, но так и не открыт, поэтому все торжественные мероприятия ждем уже в следующем году. А что происходит в парке в эти дни, расскажем прямо сейчас. Двухметровым железным забором огородят более 1000 квадратных метров скейт-парка. В нашем районе полсотни активных райдеров, но на время зимней консервации им придется найти альтернативный вид спорта. Зимой катания не то что запрещены, опасны. Он на зиму закроется, так как в зимний период времени там кататься просто невозможно. Это летний вид спорта. А вот зимний городок напротив. В это время востребован у детворы. За прошлый год конструкция заметно пострадала. Ее укрепили, покрасили и заменили металлические пластины. Кроме уже привычных горок, появятся и новые скаты. По традиции уже ежегодно мы устанавливаем зимние ледяные горки в зимнем городке. Это ледяные скаты, привезут лед, все установят, чтобы ребятишкам было где кататься. Парки частично заменят иллюминацию, а как только позволят погодные условия, зальют хоккейную коробку. Плюс ко всему, Сестрорецкий готовится к визиту главного волшебника страны. Дед Мороз приедет в Клин 16 декабря. Николай Ревенко, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.